Значит, речь не прервалась. Значит, воля на произвожье, чтобы наша борьба продолжалась. Есть мерием, злом и ложью. Сердце бьется еще. Значит, Бог тебе предлагает все грехи твои оставить. Значит, Он твое сердце смотрит. Хочет к небу твой путь направить. Есть еще. Значит, нужно еще прожить обстоятельства, времени, силой. Значит, нужно и надо вложить очень много труда в этой жизни. Сердце есть еще. Уважаемый слушатель, вы слушали передачу «Гости в Хадиштане». Если у вас есть вопрос, вы желаете получить Евангелие, вы можете нам написать. Наш адрес – Германия, Мишча, Хатиштина, улица Гильдермштрассе, 12, индекс 51-79, город Майнхайм. Повторяю адрес – Германия, Мишча, Хатиштина, улица Гильдермштрассе, 12, индекс 51-79. Будем очень рады получить от вас письмо. Благодарим за полученные письма. Нашу передачу вы можете слушать каждую субботу в 15 часов московского времени. На частоте 13710 кГц в диапазоне 22 метра. В Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке. И 19 часов московского времени на частоте 9680 кГц в диапазоне 31 метра в европейской части России. Благословит вас Господь в познании истины, воли Божией в вашей личной жизни и спасении.